В Московской области уже более 11% населения, а это около 830 тысяч человек, вакцинированы от гриппа. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Подмосковью. Медики говорят, что особенно важно привить молодое поколение, особенно тех ребят, которые посещают детские сады и школы, а также учреждения дополнительного образования. Там вирус гриппа распространяется наиболее быстро. Болезнь легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах массового скопления людей. Это может быть и общественный транспорт. Если вы часто им пользуетесь, вероятность подхватить инфекцию велика. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо также сделать прививку. Стоит отметить, что эффективность вакцины от гриппа лучшее средство профилактики. Она позволяет снизить заболеваемость среди населения. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.